Друзья мои, это трэш-трешовый то, что сейчас происходит в мире. Граждан Российской Федерации и Белоруссии ущемляют просветленным сообществом по всем фронтам. Сегодня, в субботу, 26 февраля, Международный союз биатлонистов с какого-то перепоя, перепугу или допинга они там объелись, непонятно, но сообщили нашим биатлонистам буквально следующее, и это перед стартом на одном из этапов Кубка мира. Они посчитали, что сборные России и Белоруссии из-за того, что сейчас происходит в Украине, должны участвовать в соревнованиях под нейтральным серым флагом. Но и это еще не все. Они хотят, чтобы биатлонисты сборной России и Белоруссии не получали никаких очков на этапе Кубка мира в зачет Кубка наций, а на соревнованиях были запрещены гимны, флаги и форма с символикой этих стран. Это какой-то кобздец, извините за выражение. Они сошли с ума. Весь мир сошел с ума. В итоге биатлонисты сборной России снялись с соревнований и заявили, что они будут бороться за свои права, будут отстаивать их в суде, и права сборной России по биатлону как члена Международной ассоциации биатлонистов, чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международной ассоциации биатлонистов, сборная России по биатлону приняла решение не участвовать в этих соревнованиях. Я думаю, что они поступили правильно. На самом деле нашим спортсменам нужно было не выступать под серым флагом и на прошедшей Олимпиаде, потому что то унижение, которое нам постоянно пытаются доставить, просветленные умы всего мирового сообщества переходят уже все пределы. Может быть, я слишком резок в своих высказываниях? Напишите, и вы согласны с тем, что надо и дальше гнобить российских спортсменов по всем фронтам, да и вообще российских людей, только за то, что у нас есть свое мнение, и мы по-своему смотрим на так называемый просветленный демократический мир.